Гуманитарный центр интеллектуального развития стал победителем конкурса социально значимых инициатив «Химия добра», который реализует Тольятти Азот. Выиграв мега-грант первого этапа благотворительного проекта, в центре создали свободное образовательное пространство естественно-научных лабораторий «Металаб». Я особенно радостно присутствовать здесь на открытии проекта, который получил мега-грант в Металаб, лаборатория химии, лаборатория науки. И будем надеяться, что дети, которые пройдут через эту лабораторию, в будущем станут, если не химиками, то по крайней мере учеными и сделают свой вклад в развитие науки, профессии и, может быть, даже города в целом. Цель образовательного пространства – сделать химию, физику и естественные науки ближе и понятнее детям, показать, насколько эти предметы интересны, чтобы ученики младших классов не боялись и могли экспериментировать. Металаб – это лаборатория для школьников, но здесь все очень серьезно и по-настоящему. При помощи благотворительного проекта Тольятти Азота «Химия добра» Металаб оснастили необходимым оборудованием и расходными материалами для экспериментов. Благодаря поддержке, благодаря тому, что это грантовый проект и он профинансирован предприятием, у каждого ребенка эти жидкости в наличии. У каждого ребенка микроскоп, у каждого ребенка конструктор с физическими опытами эксперимента, и он сам проделывает все особенности этого знания, получает через практику. Гуманитарный центр в августе пригласил детей на трехдневную научную смену проекта «Металаб». Занятия для детей от 7 до 12 лет проходят бесплатно. В программе много интересных химических и физических опытов. Ребята узнают понятия из старшей школы, но это для них совсем не сложно, потому что знания они получают в занимательной форме из научных экспериментов. Дети, конечно, очень соскучились по занятиям, мы соскучились по детям. И вот этот первый поток, наши первые две смены, они, конечно, показали нам, что мы идем в правильном направлении. Детям очень нравится, они все хотят заниматься дальше. Конечно, трех дней им очень мало, они хотят еще, они хотят больше. Но мы, как взрослые, как педагоги, мы прекрасно понимаем, что такому возрасту не любую тему, во-первых, можно дать, во-вторых, не любую химическую реакцию можно дать в силу возраста и безопасности проведения этой реакции. Как настоящие лаборанты в белых халатах, ребята ставили эксперименты и знакомились с увлекательным миром науки. Каждый день образовательной смены приносил новые открытия. Мы надували шарики с содой и лимонной кислотой. Потом мы с моим братом делали эксперименты со всей семьей, со свечой. Вот. Гуманитарный центр интеллектуального развития планирует знакомить школьников с химией и физикой в течение всего учебного года. Интересные научные эксперименты в Металабе будут продолжаться.